Внучка отца Семена Золотарева. Это Наталья рассказывала. Ей рассказывал папа, что когда Семен вернулся с войны, он рассказал, что у него был друг, его звали Саша, он погиб. Они побратимы договорились, что если кто погиб, тот будет жить за него, жить за него дальше. И возьмет его имя. И Семен рассказал брату своего отца, чуть не отцу, а брату своего отца. Ну, может, разговор возник, что он, зовите меня Саша, все стали звать Саша. И эта Наталья, она сейчас живая, вот она об этом пишет. Попросил звать Саша. Вот. То есть никакого там мистики и так далее. Там, просто попросил себя звать Саша. Ну, отчество там на памятнике, я считаю, а? И это место А, это... Ошибка при изготовлении. Просто при изготовлении ошибка, я думаю... Вы видели сегодня ошибки на кладбище сами, да? У Коли Тибос стоит месяц рождения совершенно, Юль стоит, а он будет родиться. Вот. Все? Ну, время поджимает, минут 10 еще есть. Не, ну, наверное, все люди, наверное, не можем материализировать так. У них здесь просто... Может, еще вопросы есть у кого-то? У них тут будет ужин, бизнес-ланч, 6 часов начнется. Ну, к 7. Ну, ладно, ладно, давайте, наверное, потихонечку тогда. Ну, не потихонечку. А как раз? Давайте я еще сиди сделаю. Зал, значит, Грифичи есть, кафе хорошее, Олег подтвердит. Хаш называется, там... Комната, лишь, ну... Банкетный зал. Банкетный зал, арендован, 7 часов я вас всех жду. Давай, тогда... Заканчиваем. Тут уже пошли технические дела. Технические, вот теперь, да. Ну, почему выбрано? Там отличная кухня, повар-кузин, вкусное мясо, все это. Там все. Давайте всех вот вывожу.